Всем привет, друзья, канал Мухталим. В работе у нас Nissan X-Trail. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Эти задние арки голый металл практически, это с правой стороны. Слева есть небольшой кусок пол, также небольшой кусок вибропласта по крышам. Голый металл по дверям. Смотрим, слушайте, как звенит голый металл. Пол в салоне также кое-где вибропласт присутствует. Все равно владелец считает, что этого недостаточно. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на X-Trail. Проклеен, тщательно прокатан валиком пол в багажнике. Задние арки. Крыша прокатана. Двери клеим 4 слоя. Первых два покажу. Первый слой вибропласт 3 мм толщина. Также проклеен у нас пол в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на Nissan X-Trail. Проклеенный шумопоглотителем пол в багажнике. Мембранной шумоизоляцией обработали арки. Крыльям задним. Также мембранную шумоизоляцию нанесли мы на потолок, начиная с 7 мм. Второй слой в дверях мы нанесли шумопоглотитель Integra 6 мм. Третий слой вибропласт нанесли в дверях, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Проклеен пол. На полу также используем мембранную шумоизоляцию 7 мм толщина. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!